Такие все нарядные, в строгих тонах, немного серьезные. Для чего нужно ходить в школу? Чтобы выучиться и хорошо закончить университет. 1 сентября – непростая дата в календаре. Для одних сегодня прозвенит первый звонок, для других он давно уже отзвенел, и эти чудесные мгновения больше никогда не повторятся. Для нас это очень важное событие, поэтому мы очень рады, что мы смогли провести его. Подготовка к экзаменам и уже выпускной. И взрослая жизнь. Как вот для вас пройдет этот учебный год? Ну, надеемся, что хорошо. Все-таки последний год. Надо как-то и к учебе, и уже с учителями попрощаться. Ну и хорошо его провести, то есть и с учебой как-то, и время провождения, чтобы запомнился этот год последний. Сегодня, 1 сентября, в День знаний, во всех школах Невельского района прошли торжественные линейки. 197 первоклассников переступят порог общеобразовательных учреждений. Сегодня у нас замечательный праздник, День знаний, 1 сентября. Поэтому я хочу обратиться ко всем первоклассникам, ко всем родителям первоклассников, учителям. Хочу поздравить их с этим замечательным днем. Первоклассникам хочу пожелать только хороших отметок. Родителям терпения, мудрости. Но учителя, конечно, у нас замечательные, опытные, и все они, безусловно, передадут весь свой багаж знаний и умений нашим первоклассникам, которые, я уверен, пройдут с достоинством весь этот длинный путь длиной в 11 лет. Сегодня особенный день для всех. И для педагогов, и для родителей, и, конечно же, для учеников. Пусть этот новый учебный год будет легким и плодотворным, светлым и звездным, чтоб с легкостью каждый предмет сдавать на отлично. Когда я буду ходить в школу, мне мама говорила, что я потом буду проситься в садик. Обратно? Да. Почему? Как это вообще связано будет? Не знаю. В садик, наверное, можно поспать, да, днем? Да. В школе уже не поспишь? Да. Ну, можно только за партой спать. Пока учитель не видит. Вроде только недавно пришли в школу, а уже, ну, считайте, последний год, последний класс, последний год со своим классом. Концентрироваться на, прежде всего, на учебе, чтобы как следует сдать экзамен хорошо. Виталий Войко, Евгений Романенко, Невельские новости.